Что ж, выступил сегодня Владимир Владимирович Путин. Мы все этого вчера ждали, и уже вчера было понятно, что будет мобилизация. Сегодня они объявили, что мобилизация будет частичной, и пока границы, кажется, все еще открыты, во всяком случае, многим людям по последним сообщениям удается выезжать. Тем не менее, паника наступила, разобрали билеты, все бегут кто куда. И меня больше всего во всем этом возмутило одно. Они серьезно сказали, то, что за все время Россия потеряла 6 тысяч военных. Когда правда, это куда большие цифры, это страшные цифры. Соответственно, я точно так же не верю, что они призовут только 300 тысяч человек. Можно умножать просто пропорционально их лжи. Эту цифру призовут несколько миллионов. 5-7 это просто, наверное, минимум, который им нужен, чтобы хоть как-то на паритете сражаться сейчас со СВУ. Немного удивляют люди, которые сейчас массово начали просто возмущаться, проснулись и так далее, потому что, ну, все к этому шло и шло к этому давно. Если вы понимаете, что затянулась так называемая спецоперация уже на 6 месяцев, и не то, что нет успехов, просто Россия за неделю сдает то, что она брала не эти 6 месяцев, соответственно, все придет к этой точке. Но у меня в сердце именно сейчас теплится надежда, именно сейчас, что люди наконец-то начнут просыпаться. Потому что одно дело сидеть на диване и говорить за наших, это все здорово, это как будто бы какая-то спецоперация, даже не война, это идет где-то там далеко против каких-то украинских нацистов, так называемых, да, освободительной операции. Иди сейчас, отдай жизнь своего мужа, отдай жизнь своего ребенка за эти амбиции Путина. Ты готова? А ты готов сам пойти сейчас и отдать свою жизнь? За те ценности, за своего президента, за который ты выступал. Я бы очень хотела, чтобы мобилизовали в первую очередь всех тех людей, кто с буквами Z разъезжает по России, кричит за наших, кто просто орет всегда в комментариях больше всего, что Россия поступает правильно, она делает все как надо. Да, если вы считаете, что человеческие жизни стоят того, то я считаю, было бы справедливо, если бы вы отдали свою жизнь, либо отдали жизнь своих близких, да? Люди, которые не хотели изначально всего этого ужаса, конечно, они не должны в этом участвовать. И меня немного задевает то, что Латвия заявила о том, что все, мы не будем давать никаких гуманитарных убежищ тем, кто не хочет воевать. Это что за предательство на самом деле? Что за подлое предательство? Сейчас все страны должны, на мой взгляд, открыть границы и дать возможность людям сбежать. Поймите, что заложников в ситуации очень много, особенно дети. Именно детей, скорее всего, пустят первыми в этот водоворот ужаса. Вы не представляете, как больно это все видеть, как больно за людей, которые этого не заслуживают, как больно за свою страну, которые просто украли вот эту группу уродов.